зачем? Горы куда-то, блядь, полосы куда-то. А ты поспать ее, мысли что-то. На то. Палец. Палец, она. Палец его пережигает. А там пережигает. Много труда. Как язык вышло, не видно было. Все правильно, не надо. Я брату тоже звонил, а он не платит. Это я брат. Нет, я брат. Да лучше, говорит, учили. Хоть работать, а сейчас он что-то не делал. Лучше бы учить. Здесь-то понятно, школа, учебник и все. А тут сейчас куда? Младшему, да, старшему звоню. Ну что, говорю, Юра, поздравляю тебя, диплом, туда-сюда. Что ты сейчас будешь делать? Куда пойдешь? Интересно, пожарный, в армию туда. Будет потихоньку деградировать. Батюшка что-то стоит разговаривать, ты где успеваешь? Ты можешь. Но он не услышал. Можно? Нет, он сказал, можно. Ну как, благовестие? Этим он все сказал. А сколько времени? Без 13. С миром. С миром. Живы, здоровы. Ой, слава Господь Богу. Господь миловал. Рада, что вы живы, здоровы, вернулись. Вот, помоги вам, Господи. Сейчас поездка еще дальше вот. Будет. Что помоги вам, Господи, добрых людей вам встречать на пути. Так и есть. Сами, чтобы переносили все невзгоды, чтобы терпение, смирение было.